способность получать огромное удовольствие от вещей, очень простых, по сути дела, очень естественных. Вот. Если только вы не воспринимаете их как должное, вот. Если вы вообще обращаете на них внимание, потому что мы же не обращаем внимания на то хорошее, что в нашей жизни случается. Вот. Мы вспоминаем о хорошем только когда оно потеряно. Вот. Поэтому что имеем, не храним, потерявши плачем, что называется. Вот. Поэтому первый путь – это удовольствие. Это умение находить удовольствие. Удовольствие в общении с другими людьми, в социальной поддержке, там, в каких-то совместных делах. Ну, в очень простых вещах. В комфорте пледа, я не знаю, этого... интересного фильма там, и так далее. Вот. То есть это удовольствие.